Чуть позже. Мы уже все придумали. Теперь песня из репертуара, из, так сказать, джентльменского, патрицианского набора. Она записана в поэме Овидия «Наука любви», как один из советов того, как завлекать в свои сети женщин. Называется она «Мой мышонок». Тряхнул лиловый фраг и сел зеленый кадиллак. Нажал на газ, сорвался с места и покатил в ночной кабак. Там ждет меня моя невеста. Я прикатил, она ждала, и взглядом сердце мне прожгла. Я взял меню, дрожали руки. Дитя мое, как ты могла поверить мне в такой катюке? Под сводами портика Венеры. После этого обычно торговцы жемчугом просто ходили все в золоте, потому что подарки покупались баснословнейшие. Итак, мы продолжаем, спускаясь прямиком в зловонные недра Субуры, самого веселого и густонаселенного квартала Рима. И там пелись совсем другие песни под совсем другие ритмы. Как я уже сказал, это было гетто. Там не любят варваров, там не любят в принципе ничего сложного, зато там любят пить. Поэтому одна из самых народных квиритских песен «Я напиваюсь, не мешайте мне». А после смены наверняка аванс в кармане, я на коне. Я напиваюсь, не мешайте мне. Oh, yeah! Место встречи нельзя изменить. Здесь
всегда найдется тот, с кем пить. Наш бар по правой стороне. Я напиваюсь, ты мешайте мне. Ой, и пепельницу не забудь подать. Кто мне помешает нам сегодня поставить? Одиннадцать, уже пора домой. Еще питка возьму с тобой. Брошу в лицо разъяренной жене. Я напиваюсь, не мешайте мне. Ой, я. Не мешайте мне. 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 Нужен букцинатор, желательно весь. Варан, ты где? Давайте ага. Все вместе, 3-4. Дедушка Варан! Дедушка Варан! Сразу видно, политический деятель. На форуме не первый день и даже не первый год. Из всего сделает политическое действо. Следующую песню не просто любят, обожают все квериты, но и даже те, кто добивается римского гражданства, в первую очередь выучивают эту песню, потому что при получении соответствующих документов знание этой песни обязательно. Посвящается она лучшему, что создали римляне, то есть римским дорогам. И называется «Highway to Hell». Yeah.
прежде чем объявить перерывчик, споем еще одну лирическую, на сей раз авторство Горация, стихотворную композицию, которая была очень популярна среди жителей столицы, а потом и по всей империи, благодаря изумительному таланту и голосу мимо Магомаюкуса. Это гимн Гелиосу, солнцу, исполняется обычно на рассвете с соответствующими жертвоприношениями. Ну, а мы его исполним для вас просто так и на закате. Луч солнца золотого. Золотого вскрыла пелена, и между нами снова вдруг выросла стена. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора, ненастное солнце взойдет. Солнце взойдет. Птицы перестали, снег звезд коснулся крыш. Час грусти и печали, и голос мой услышь. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора, ненастное солнце взойдет. Солнце взойдет. Солнце взойдет. Солнце взойдет. Грациас, грациас, грациас. Ну а теперь перерывчик. Нет, мы как трансляцию бежит из интернета. Это пошло не так. Другой, смотри. Я считаю,
Я бы с тобой лесу играл. Крышней басиста. Компрессор в этом случае, конечно. Варан, нет его здесь? Нет. Он очень понравился интернет-сообществу. Что-то пишут там? Да, иди посмотри. Всем привет. Мы вернемся, да? Пишут, сколько там? Их то 7, то 8, но не так вот. Ольга Клевер присоединился к трансляции. Что пишет? Читай. Ну, что-то там немножко пока пишет. Ты, нет, ты пропусти вниз. Ну, что-то немножечко уже, да, ну, комментарии да, пошли. Пошли, ну, это хорошо. 7 просмотров. Ну, как бы для субботы вечера. Нет, это вообще нормально. Нет, это тема хорошая. То есть, когда какие-то мероприятия проходят, можно это. Да, ВК-шка трансляции запускается, да. В результате у всех, кто в группе высветилось, начала трансляция, люди шокнули, да, да, и да, все. Да, и... да, да, да. Типа, Пакс Вон Роман он. Начал трансляцию. Да, да, так она идет от Пакс Романа. Третий, четвертый, пятый. До утра вот. Сейчас температура падает. Вот, да. Мы поставим колесо и в колесо засунем собаку. А мне нормально. Нет, ну понятно, что это не идеально. Всегда люблю смотреть, как работают барабанщики. Они все в музыке. Здесь в музыке. Все, тебя нет. Тебе что-то скажи. Вообще, блин. Варан, ты очень понравился людям в интернете. А где искать-то? А это трансляция идет. В группу Пакс Романа. Я не знаю, зачем ты мне нужен бригадин, но я тебя беру. Все.
Можно ты мать говорить, когда я недоволен? Говорят, Андрей, я хочу от тебя ребенка. Потом, Андрей, прости, я хочу ребенка от варана. Все-таки удалось. Хвала богам. Я слежу за этим. Господи, ты еще, ну на. Он потом пристает балкон, второй дом, третий, да. Будет просто вилла, так, знаешь, ходишь в подъезд, из нее входишь в виллу, а трем уже сексом там. Да, вот, Я думаю, что это проект главный.
Вообще со спины клево смотрите, скверит. На выездных. Как вы тогда будете не жить, Я пошел искать. Что там эти кабины? Да, 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 да. Да, 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 закон
Пока мы готовимся продолжить, и вот прям хотелось бы сейчас сказать об этом, как раз когда парни уже начали собираться. Вот кто не знает, вот там есть отличная гончарная лавка, там такие клевые магнитики глиняные, а еще там делают ларов, я сам видел. Лары — это такие добрые духи. Вон, например, нашему понтифику забацали его самого шикарного. Вот, так что всем рекомендую, плюс еще всякие бокалы, кружки, панно, кувшины и прочие вещи, без которых просто невозможно. Настоящая глиняная посуда для настоящих римлян. Эта композиция обычно звучит в таких заведениях, всеми почитаемых и, главное, посещаемых практически всеми, без исключения римлянами, как лупанары, то есть дома терпимости. Это освященная веками традиция, и песня, которую вы сейчас услышите, так и называется «Я просто хочу заниматься с тобой любовью». «I just want to make love to you». Я блин,
Продолжим песни из гетто древнеримских. И вот следующая с западных рубежей империи. Называется она «The Thrill is Gone». Ну, написана она была старым-старым легионером, которого наконец-то переслали и служить из Германии в Сирию. В Германии он очень долго мерз. А в Сирии наконец-то ему стало тепло. Поэтому она так и называется «Дрожь ушла». Thank you.
Спасибо, спасибо большое. Продолжаем. Вот тут один из наших легионеров предлагает спеть еще одну народную песенку. Из неоткрытого континента. Из далекой провинции Техасии. Называется она «Легей». И описывает преимущества тамошних домов терпимости по сравнению с римскими. Но на самом-то деле мы, конечно, знаем, что самые лучшие лупанары, естественно, находятся в столице. Но немножко прорекламируем и их. Итак, «Легвейдж». You don't know what I'm talking about, just let me know. If you wanna go, do that old mountain ridge, they got a lot of nice guys. Песня практически философическая. Она говорит о римском пути, который необходимо пройти для того, чтобы оставаться человеком, и с которого сворачивать нельзя ни в каком случае. Это так песня и называется, на британском наречии «My Way». The end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say clear, I'll state my case, weak and certain.
I live, and I that's full. I've gathered leaves in every highway. Poor, much poorer than this, I did it my way. I've had a few, but then again, you'd mention I did what I had to do, and so it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you, when I did all more than I could chew. But through it all, and where was stop, I ate it up and spit it out. I faced it all. I share of reason. Now, as tears subside, I hide it all so amusing. To think entirely all there, and may I say, not in a shy way, oh no. No, not me, I did it my way. Oh, what is a man, what has he got, if not himself, and he has now to say the hint he truly feels, and not the one. Was my way. Я думаю, что прежде чем мы закончим сегодняшнее выступление,